Наконец-то я его выцепила тут рядышком, что можно подойти и поближе, покрупнее снять. Вот такая красивая акация а-ля мимоза. Красота, правда? Еще, конечно, цветение только-только начинается, еще масса бутонов. И цветут только считанные веточки, а скоро оно все будет усыпано такими цветами красивыми, обалденными пушистиками. Смотрите, какая красота. Мы сегодня пришли в небольшой лесочек. Вот, и здесь посмотрите, какие заросли. Я забыла, как эти цветы называются. Но это так красиво, они просто растут в лесу. Особенно сейчас, перед закатом, это потрясающе красиво. Да, Лунюшка? Мишка, пошли дальше. А, и сейчас я еще кое-что покажу. Мне кажется, здесь растут тюльпаны. Лесные дикие тюльпаны. Ой, посмотрите, как здорово! Какой клевый тюльпанчик! Какой красавец! Ну что, пойдем дальше? Пойдем! Какая классная дорожка! Раньше мы сюда приходили очень часто. Здесь похоронен собачка. Похожий немножко на Луну. Его звали Сэнди. Вот его могилка. Тут даже искусственные цветы. Посмотрите. Написано «Сэнди Кушнер. 2009-2022». Танюшка, смотри, сколько ромашек. Иди сюда. Иди сюда. Посмотри, какая красота здесь. Ну, посмотри, какая красота. Ой, Рай. Бой, бой, мама, бой. Бой, мамуся. Моя Лунюшка. Что там за медведь? Здесь уже приготовили ящики для сбора апельсин. Это эвкалипт. Их в Израиле очень-очень много. Их тоже привезли из Австралии для осушения почвы. И вот им так интересно, если этот листочек размять в руках. Такой классный запах эвкалипта. Шка! И меня ждут.
растешь, моя зайка. Идем. Идем, мой хороший. Увидела издалека полянку тюльпанов. Вот их тут сколько. Хочу показать такое дерево. Правда, мы пришли уже почти с закатом, с последними лучами солнца. И уже, конечно, свет не тот, но все равно, посмотрите, это огромное дерево. Высотой с пятиэтажный дом. И оно все цветет. Смотрите, какие цветы очуменные. И называется оно баухиния. И они очень ароматные. Мы решили прийти к этому дереву еще утром, чтобы увидеть его все-таки при солнечном свете. И сейчас такое вот обалденное освещение, когда солнышко еще низко совсем, но оно как раз хорошо освещает, как раз с нужной стороны. Посмотрите, какая вообще просто нереальная красота. Какая-то фантастика. Просто фантастика. Если я не ошибаюсь, его еще называют орхидеевым деревом. Лунюшка, когда луна приходит на травку, она садится и все говорит, дальше не пойдем, будем здесь сидеть, пока я не насижусь, и она может сидеть часами. Да, Лунюшка? Домой пойдем? Мы с тобой уже час гуляем. Лунюнь, нет, не пойдем. Будем здесь жить. Не пойду. И вот еще вам покажу этот кактус, он выше меня ростом, такой огромный. Какой кактус с завихрениями. У него даже тут какие-то то ли плодики, то ли это цветочки намечаются. Это мы пришли в такой небольшой парчок, который находится на стыке нашего города и вот еще одного. Наш город называется Рамла, а этот город называется Бер-Яков. Видите, какой здесь есть столик для пинг-понга, вот спортивная площадка. У нас такие спортивные площадки делают практически в каждом районе. Не практически, а в каждом районе делают. И это тренажеры, на которых можно прийти и свободно, совершенно бесплатно позаниматься. Здорово, правда?
Я помню, когда я была маленькая, и у нас во дворе установили спортивную площадку с разными брусьями, перекладинами, кольцами. Это не простояло и месяца. Просто все это было растащено, разворовано. А здесь вот, пожалуйста, приходи и занимайся. Канат. Такой тренажер. Вот для пресса. Педальный. Классно. И еще все это стоит на таком покрытии внизу. Вот видите, это синее. Оно как отбатучивающее. То есть даже если упадешь, то падать не больно. Сейчас везде делают такие покрытия, особенно на детских площадках. Там, где дети с горок могут упасть, с качель. Везде вот такое покрытие. Оно очень мягкое и такое немножечко пружинистое. Падать не больно. Ну, пойдем. Пойдем уже. Такое вот дерево, куст такое раскидистое. И оно еще не в полном своем цветении, но уже смотрится потрясающе красиво. Сейчас я приближу, еще приближу. Очень красиво.